Что, друзья, мы прибыли в Тюменский районный суд. Сейчас будем забирать решение, вступившее в законе в силу по иску расторжения брака. Судебный участок номер 6 Тюменского районного суда. Сейчас идем. Помощник судьи нам выдаст решение, уже вступившее в законы в силу. И с этим можно будет идти уже в отдел ЗАГС, писать заявление и получать уже свидетельство о расторжении брака. Ну все, вот получили, как видите, решение. Судья решил удовлетворить исковые требования. И брак зарегистрирован такого расторгнуть. Все. Входим. Находимся в судебный участок номер 6 Тюменского районного суда. Забрали решение суда, вступившую в законную силу по иску гражданина Квачининой. Расторжение брака. Что, друзья, мы вышли Тюменского районного суда, забрали копию решения, короче, о расторжении брака, вступив в законную силу, теперь идем в ЗАГС, в дальнейшем получаем свидетельство о расторжении брака и все отдаем клиенту. Все действия совершаются на основании нотариальной доверенности. Гражданин, который обратился оказать ему помощь, подать в суд иск, исковое заявление о расторжении брака. Примерно обратился 2 месяца назад. Мы подали в суд Тюменского районного суда. Судебный участок номер 6 удовлетворил иск. У кого есть, будут какие-то вопросы, обращайтесь. Вопросы решим. Ну что, друзья, мы забрали все. Исковое заявление, которое гражданин обратился примерно 2 месяца назад, где-то в августе месяца, оказать ему помощь юридическую. Сказал, что хочет развестись с женой. И ему подали исковое заявление о расторжении брака в суд. В судебном порядке суд решил исковые требования наши удовлетворить. Сейчас вот только решение забрали. Исковые требования полностью удовлетворены. Теперь идем в ЗАГС. Пишем заявление, оплачиваем госпошлину и получаем свидетельство о заключении, о расторжении брака. У кого-то будут вопросы по элементам, разделу имущества, также миграционные вопросы, выдворение, запреты, также можете обращаться, оказываем полностью все услуги. Берегите себя, своих близких, не болейте. Всем пока-пока.